Как правило, в День студента 25 января старшее поколение поздравляет молодежь с праздником, желает успехов в учебе и говорят слова напутствия. Сами студенты стараются отметить этот день в компании однокашников. Наша съемочная группа провела опрос среди жителей областной столицы, что значит для них студенческая жизнь, какие воспоминания навевает этот период времени, чего хотели бы пожелать сегодняшним студентам, и вот что они ответили. Самое хорошее, чтобы был молодой, здоровый. Молодой, здоровый, но и к чему-то стремился. Окончить институт надо было. Дальше думал, перспектива была. Студенческая жизнь очень интересная и необычная. Это очень важный этап в жизни человека. Он помогает социализироваться. Каждый день происходят какие-то ситуации интересные. Особенно у первокурсников, которые ничего еще не понимают. Смотришь на них, иди, удаешься. Каждый год новый приходит, с каждым раз все такие странные, разные. Вот необычно на них смотреть. Особенно с моей колокольни. А вы на каком курсе? Только второй. Вот да, уже вижу, что все разные. Студенты, они сейчас как-то более живые. То есть они мало того, что учатся, они где-то еще новому чему-то обучаются, что-то для себя открывают. И ну, сейчас студенты и сама, в принципе, молодежь довольно развита. Не по годам. Плюс еще они довольно свободно живут. Я понимаю то, что спустя там многие года я вспомню о своих годах студенческих и буду вспоминать с улыбкой на лице, буду радоваться, потому что действительно очень хорошие годы были. У нас внучка-студентка. Свои года как бы уже как-то ушли в забытье. А внучка у нас на третьем курсе. И я ей, конечно, желаю успехов, хорошей сдачи экзаменов. У них сейчас сессии проходят. Ну и, естественно, как молодые, должны быть целеустремленные, чтобы знали, к чему идти, к чему стремиться. Ну и, конечно... Это любить свою родину. Дорогие студенты, что бы хотелось пожелать? Это, конечно же, хорошо закрыть сессию, кому сейчас в январе это очень нужно. Также хорошо закрыть летнюю сессию и, конечно же, хорошо отдохнуть перед предстоящей учебой.